конце июня во время ливней вода здесь была на отметке 13. Сейчас река вернулась в свое обычное русло на шкале 0, но тем не менее за последние две недели приток составил около 500 000 кубометров. Это меньше, чем в августе. Тогда водохранилище было наполнено на 55 миллионов кубов. Но с прошлого года Чернореченское уже не единственное городское водохранилище. Снизить на него нагрузку удалось за счет Бельбекского водозабора, построенного военными в рекордные сроки. Хранилище объемом в 150 тысяч дополнительно дает Севастополю 65 тысяч кубометров воды в сутки. Вице-губернатор Николай Жигулин на заседании городского правительства отметил, что за последний год в Севастополе увеличилось потребление воды. Количество абонентов водоканала выросло на 2000, и теперь городу в сутки требуется около 170 тысяч кубов воды. Это чуть выше, чем за аналогичный период прошлого года, но за последнее время в городе проведена большая работа, чтобы минимизировать потери. В результате удалось добиться экономии в 7 тысяч кубов в сутки. Сейчас ситуация с водой в Севастополе стабильная, ее достаточно. В питающем город Чернореченском водохранилище запасы питьевой воды составляют 45 миллионов кубометров. Екатерина Шадрина, Андрей Вовк, новости Севастополя.